самого детства ты учишься уметь быть в этом коллективе, потому что, конечно, быть среди творческих людей – это непросто. Но как мне и задумка повезло, потому что мы были одной семьей, так и в театре «Самарт» мы все одна семья. И я могу уверенно сказать, что у нас очень душевный и замечательный коллектив. И мы дружим, мы общаемся вне театра, в разные возраста абсолютно. Моим подругам от 23 в театре до 55-60, и все они подруги, мы все очень тепло и душевно проводим время не только в театре, но и вне. Наверное, я до сих пор считаю себя еще учеником, поэтому я не считаю себя вправе кому-то указывать и помогать. И, наверное, все еще нахожусь в состоянии того, чтобы самой попросить, спросить помощи у старших своих товарищей. Слава богу, они у нас очень талантливые, умные, заслуженные. И слава богу, что есть сейчас у кого спрашивать, помогать, спрашивать о помощи. И Ольга Алексеевна Агапова, Юрий Иванович Долгих и многие-многие-многие другие, я могу перечислять бесконечно, начиная от своих сверстников даже. Я такой человек, что я не считаю, что я могу кому-то указывать, как ему делать. Если меня, ко мне обращаются за помощью, то, конечно, безусловно, я помогу, направлю. И все, что могу, всем, чем помогу, тем и помогу. Вот.